Вебки разные бывают. Есть же как бы стриминговые вебки. Есть коммерческие вебки для конференц-связи. Как раз-таки там микрофоны нормальные. Бездельничаем, скорее всего. Лирическое. Бывает. Не умирай. Не ходи. А я незнакомку сделал знакомкой. Ну, я же говорю, когда к вопросику подходишь на карте квест, то выполняешь его, то незнакомец становится знакомым человеком тебе. То есть я сейчас квест прошел, я типа знаю, что вот в этой, на этой локации типа, ну, имя НПС появляется потом. Ну, ты их проходишь, они появляются. Только почему у меня эта незнакомка... Незнакомка до сих пор осталась. Это вопрос хороший. Бонни. Здрасте. Ты в Дискорде можешь на его ник нажать и скопировать оттуда ник. Прям. Скопирую ник, попробую повторно поискать его. У тебя в Дискорде не такой же ник?
Что? Что еще раз? Куда? Не очень хочу. Ну, не знаю. Я тут еще к одной мадам пришел. Ну, я решил, у меня там две незнакомки есть на карте. Я хотел их знакомками сделать. А то всегда мимо них пробегаю. Я его не открывал, понятия не имею.
Два разных динамита и все. Нестабильный динамит и... Ну, если еще разрывные стрелы считать, то разрывные стрелы. Если еще разрывные патроны считать, то разрывные патроны. Что именно? Какой делик? Я понять не имею, какой делик. Какой делик-то? Про какой делик ты говоришь? Про какую взрывчатку? Нет, хуже. Ты трещать просто начал, потому что слишком близко. Да как он?
А по кнопке, когда я ставлю, меня четко слышно. Вот и почему. А сейчас лучше? Ну да, слышны слова четко. Вытащил, вставил в этот USB. А было? Просто веб-камеру вытащил, вставил назад. Ну да, наверное, что-то с веб-камерой. Так что, на легендарного пойдем? Чё? Ну да, что? Позовете? А мы... Конечно, Турманчик. Я цепляюсь на тебя. Погоди, а, какой легендарный? Подожди, ну мы же хотели это с тобой. Малоу сделать и... А, ну делайте, ладно. Блин, опять провалился. Что он говорит? Я не слышу. Я тоже. У тебя, может, торрент какой-нибудь включен, Юр? Да нет. Не в обиду. Диспетчере, посмотри, у тебя что-то жрет, может, трафик. Может, не в веб-камере дело. Ну, Торман, похвались. Чего? Похвались, сколько нафармил. А, голды. Да не, ну, сейчас 34 будет. Как? Нет, а вот сейчас вы когда... Ну, тут у меня параллельно дейлики делались с этим. Короче, я где-то... С чем? Слитка 2 где-то сейчас я поднял. Ничего себе. А за какие задания? Обычные, вообще обычные. Обычных преступников. Обычных преступников. Надо же. Ребят, вы так и не сказали, какая профессия самая... длинно прокачиваем. Если, okay. если любую задротить, то любая быстро прокачается. Ага. Может, ты вообще стрелять не умеешь и никогда Bounty Hunter не сделаешь. А как ты так вот прям взял и в десятку попал? При этом мне все равно нравится игра. Ну и я не хочу здесь PvP-шить, мне не нравится механика здесь. Я и в жизни неплохо стреляю, и в CS неплохо раньше стрелял, по крайней мере, давно. Какое звание у тебя в CS? Да без звания. Глобал. У меня лем. У него глобал. Fucking disaster. I had them. I went away for a couple of days on a killing of a bastard. I owed a killing to a good man. And I lost the folk I ride with. Big bunch. Not like you, la. No, we lived like sultans in our fucking... Юр, мы резко рванули, а потом остановились. Тут? Куда? Once was for three months it was. Тут? Ну, куда? Anyway, where was I? Oh, yeah. Murder and mayhem. Now, I don't like to kill innocent folk myself. It gives me a real nasty feeling inside. But these bastards, well, I don't know how innocent these bastards are. There's a stage runs out of Aurora Basin. Блин, ну вот тут постоянно куда-то лазать, смотреть. Делики отслеживать нельзя, вы список выводите. Где-то. Знаете? Я бы вот моды точно бы сделал, потому что вот эта вот а-ля приставочная механика, она раздражает друга.
Малой, где он? Или Малого? Малуг. Малуг? Смаук. Смаук. Где он, Тур? Летник стейшн. Да, слышно, да. Просто слышно. Летник стейшн, это где вот этот большой железнодорожный мост через реку, знаешь, где находится? Брат спросим. А что, мы идем сейчас на ведь ударно? Ну, он что-то малого хочет делать, и пусть делает. Так пускай с нами пройдет, потом пойдет до малого. Ну, пойдем на легендарного, пошли, я за любой кипиш, лишь бы не стоять. Пойдем. Давай назад, легендарного. Уже возле нас. Я к вам сейчас спанусь. Я там. Большой мост. Как я это пережил, интересно. Я сейчас карьера там на лошади прыгнул, и просто все хорошо. Ой. Я присоединяюсь, Юра. Присоединяюсь. Меня плохо слышно? Я нет. Нормально, да? Тебя отлично. Ну, чуть-чуть притушено, а так нормально. У меня микрофон дает. Четко. Вот так нормально? Отлично. Жду не дождусь, когда следующего лейбла возьму. Хорошо, кого будем проходить? Юра, ты где? А? Ты где, Юра? Вопрос не ко мне. А, ну, мы у доски вон стоим. А, в каком городе? Так это ты. Я. Это не Юра. Вот Юра. А, вот Юра. Подождите, я в отряд к вам войду. Вообще. Мочечи, что ли? Какой отряд? Артемон Юра? Юра куда-то все время торопится. Стоит, 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 потом... Куда? Прямо его дергает его. Не, несет. Вот так. Юру. Хуп! Куда? Давай, 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 давай. О, я попью пока. Братинку. Кого беру? О, вопрос не ко мне, не знаю. Вообще похуй. Душу проходили, тут идем. Душу? О, как? А как тебе сделать? А, вот. Вот так. Чего? Это я сказал? Нет. Ой, я думал, это мой перс сказал. Ты просто кивнул. А, блин, нет, я тебя ви. Эту лайк хотел. Моя любимая эмоция. Американцы сейчас растягивают от удовольствия. Они хотят очень глобально сделать GTA 6. Они прямо ее хотят так, там прям какие-то прям заморозки. Кто хочет сделать? Rockstar, разработчики. Вот. Ну, блин, и поэтому они, ну, понятно, они туда силы все кидают. Ну, блин, ну, можно же и этот проект развивать, правда? Так он развивается? Да. Блядь, опять она, что ли? Шалава, ебан. Только появится, мой целый тележку. Я ее еще выебу в ее ноздри. Не, я прошу тебя, только не это, не насмерть ее.
ласкаю. Не, ну конечно, конечно. Все в рамках законодательного поля. То есть ты обещаешь, да, слово мужчина? О, пьяный. Ух ты, круто. Ты был им? Нет, я не такой старый. Да я тоже не считаю себя старым. Да шучу, я подъебал. Блин, а вот до комсомольца я вот не успел. Так, Папай такой, я тоже не считаю себя старым, но помню еще времена, когда мы собирали пирамиды. Да-да-да. Все, высокое время. Ну че? Пятизвездочный. Вы с ума сошли? Подождите. Жизни нет. Папай, с той стороны. Ой, погодите, дайте хоть это, я хоть покушаю, подкреплюсь. Коня покормлю. Кто эти? У тебя есть чем забуститься? Ну, пока еще рано бусит. Мясо есть, конечно. Блин, не ты. Юра, ну ты вообще, ты прям это... А до этого же не 5 звезд было? Юра. Да. Юра. Юра. Тут. Юра. Да. До этого же было не 5 звезд? Не. А, это же не ты запускал, точно. Это же этот запускал. Как его? Цванг. Цванг? Прям так и зовут? Ну, никнейм Цванг. Слава. Ух ты. Так, я все экспресс патроны залечу. Пиздаем, да? Как минимум одному. Бля, я уже забыл таблетки. Мне колес надо. Сейчас доделаем, и я это отвалюсь ненадолго. Нет, я обещаю вернуть. Колес надо. Привет, мне. Нет, ну, что ты там сзади застрял? Ё-моё, я качаю это. А не ты. Форма нервс. Bad nerves, really bad nerves. I'm not a bad fella. Well, not bad fella. What are you looking at? Я вообще не агрил. Это, блядь, он полез. Я нет. Кто? Which are you? A stare? Or a я вообще не агрил. Ты хуй узнаешь. А ты где? Ты пошел вокруг? Say, да. Два на ее там чай бил лошадей. Is Ian Carmichael. Так она не приехала еще. My best friend. Я понял, что делать. Holy stole my goddamn girl. Stole Shaky's girl he did. Ее даже и нет здесь, поблизости. Stole her. I'll pay. Что, начинаем тогда, погнали? А, так ты сзади дома. Ну да. А что делать-то, ребят? Убить всех, какая это? А, она здесь. А сегодня... Где здесь? Она здесь, в лагере. Лошадей зашла бить. Лошадей убивать? Да.
Че, Макс? Чего? Нихуя себе! Ебать, она меня посадила по хп. Аккуратно, аккуратно, блядь. Охуеть, она, блядь, ярая баба. Юр, ты меня не путай, я в белом. О, класс, это круто было. Повозки пока не подходите. И кто опять-то по мне? Ну они обходят. Да кто обходит? Я всех убил. Да с... Ой, блядь. Блядь! Повтор задания давай. Контрольная точка или повтор? Повтор, повтор. А почему? Ну, у нас контрольная. Она меня, блядь, пули с этой пулемета разъебала. Сука, это... Должен был я ее разъебать. Ждать, пока она не едет. Как она там засела в турели своей и все. Хорошо, Максимка с нами не пошел. А ладно, сами. Бы... Показал бы мастер-класс мобам. Максимка мстит. А? Максимка давай. Мстит. Да, я услышал. Ты за нас там пару разиков. ПВПшишься, что ли? Задание незнакомцев выполняю. Так, давайте продумаем. Точно так? Мы в прошлый раз нападали сверху на них. Сверху всех внизу зачистили. А потом? Не, ну давайте смотри. Вдвоем сверху идите, а я снизу буду. Да? Ну это как вариант. Только начинаем, ну, на счет раз, два, три. Пока не начинаем, подожди. Юра, наверх пойдем со мной. Один наверху точно не выстоит. Юр, догоняй. Да, мне надо машину. Чего? Чего? Не слышно. Ее повозку видно? Видно она здесь? Нет, не вижу ее. Пока не стреляйте. Да. Откуда? Вот я обошел. Чего, сиди, жди, там сейчас лес. То есть я не вылезаю, да, Турма? Нет, ждем. Ждем, ждем. А я с биноклем смотрю. Что-то нифига не вижу. Одни эписи стоят, а ее нет. Что-то еще Миша рычит. За спиной у меня. Прикинь, сейчас я его с балкона начну их валить. И Миша мне хрен. Такой держи, мощный, кстати, да. Мохнатый. Ну а чё, естественно. Ничего как может быть. Такое впечатление, что мне косолапый что-то затёс всех. Прям вспоминаю. Тише, тише. Чё-то не вижу вообще. Да, чё-то нет. Ни повозки нет, и не едет она. Ну это нам же тут просто там она по тебе может она заспавнит?
если буду с ним. Я помню, мы снимали лошадь. Я меня спалили. Че, погнали? Да, погнали. Да, она здесь. Заспавнилась она. Maybe getting ate by one of them animals is worse, but not that much, I reckon. Anyways, thank you. Thought it was going another way till you showed. Hey, least I can do. Who are you? What? Блин. You gotta take it. I won't feel right if you don't take it. Спокойно, методично. Крипов расстреливаем и проходим дальше. К повозке тогда сейчас вообще лучше нахуй подходить. Дед, тихай оттуда. Вообще тихай оттуда. Откуда? Охуеть, просадили меня по хп этой. Блять, меня. Держитесь, мальчики, держитесь. Сука. Откуда стреляет? Пойми. So I heard you was a proper bastard who knew other bastards, that you were efficient and unpleasant and could get things done and for a fair price, is that right? Good. Good. Вы там отхиливаетесь, время-то у нас не ограничено. James Langton. Чё вы? Юра, ну куда ты торопишься? Я же тебе говорю. Кто сказал, что это... Ну, как сказать, блядь, как камера, блядь, плавает и бесит аж. Fella needs killing. Name is Ace Burr. His crime, well, his crime is my business. If you care, he killed a rich man in a card game down in San Denis last month. О, блин, она все-таки умудрилась. Короче, она... А давай динамитом взорвем ее. Ну, в смысле... Не, ед не надо. Не выходи на нее, папай. Чего? Блядь. Не ждать уже. Ребят, так вам можно? Пизду, блядь. Вам в пасечку втиснуться можно? Да-да-да. А, повтор задания, да? Повтор задания? Тут. Ебать, я слушаю, у меня уже патронов нет. Чем я буду стрелять? А ты чё, мало носишь? Ну, с лошади сними что-нибудь. Я говорил, не подходите.
поздно ты сказал, Торн, правда. Ты прям я тебе сам говорил, не лезь, я видел, как самого начала. Не, по крыше это я лазил. А кого у нас тут? Папай. Юр, белый, Папай, черный, Турн. Я не черный. Темный. Коричневый. Коричневый? А, ты позавчера был черный, да. Я вообще как черный не нашел. Сказал противоположность моей. Все, начинаем тогда. Стартуем. Вам можно втиснуться в пачечку или нет? Ну мы сейчас на это. Угу. Сейчас, погодишь? Подождешь, что он? Угу. Это не спешу. Тикат? А повозка есть, короче? Я вчера игру купил. Поздравляю. Если на ультрах играешь, вообще поздравляю вдвойне. Есть от чего кайфовал. Ну чё, блин, ты начал, Юр? Я начал. А, ты начал? Да. Она сейчас там заспавнится или приедет. Бля, надо было дробовик взять. Ой, да. Ой-ой-ой. Да, она здесь уже. Методично расстреливаем просто и все. Да, блядь, пули летят, сука. Зато они пиздец попадают. Я хуйню. Через пол карты, сука, в голову, блядь, залетает им. Алло, блядь, игра. Я чё, в КС играю, что ли? Я немножко хотел на расслабоне. Уровень сложности не под... А почему я плаваю? А, я, блядь, на... я пьяный, блядь. Самогона наебашился. Сука. Ты зачем? Ты шо? Да я хилился. Самогоном, блядь, захилился. Чё первое попало, блядь. Надо добавить. Турман 23. Чё Турман 23? Не надо, блядь. Турмус маленький, да, Петерса? Да-да-да, Т Турман 23. Всё смотрим. Двойная Т. Угу. Окей. Она спасибо. Уже ебашит с пулемёта, блин. О, бля, протрезвел наконец-то. Ебать, она хуярит. Только не убивай ее. Турм. Тут еще. А что делать с ней? Как ее выкурить оттуда? А что ты решил? Надо сову их разобрать. Что сделать? Я нихуя не понял, Юра. О, их поубивать надо сову. Вот он, блядь. Сначала их? А, ну все, хорошо. Понял. Я лошадей убил, она уже никуда не...
Это уже не изично на 5 звездах, уже более интересно. 23 без нижних подчеркиваний, да? Да, да. Без всяких. Такой же ник, как в этом, как в Дискорде. Все с большой, все нашел. Походу меня сейчас забанит. Выбен это. Меня здесь обходят, ребят. Как заебали пингующие чуваки. Макс, ты от ком? Кто такие пингующие? А, у которых не в порядке интернет? Ага. Они просто перемещаются. Тэпаются. Вроде перебили всех, нет? А бабы это? И? Я не вижу больше никого. Вы чё, всё залутать решили? Параллельно все это делается. Так нечестно. Ты динамитом ее ебашь? Типа я с ними стреляюсь, а он просто, ну, я его толкаю, он резко встает, короче. И уже у меня за спиной там бегает. Ну, да, да. В итоге, пока я в ближнем бою с ним дрался, а сзади меня убили. Ну, со снайпой просто. А баба, ты где это? Не подходи к повозке, к этой, к бронированной. Я понял. У тебя хп мало. Лучше не подходить. Вы сейчас деньги фармите, типа доллары? Нет. Я вот в открытом мире скакал, у меня такой разыскивается игрок поблизости. Я убил, сейчас 8 баксов заработаю. Че, она вылезла, Юра? Да нет, 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 там еще сидит, болтает. Дайте хоть кого-нибудь облутать. Понятно. Всех обчистили. Зашиви. Едем. Ё-моё. Понимаешь. Давай, тупой конь. Вот что это за... Максим, скажи, пожалуйста, а как нам эту бабу с пулеметом? Захавать. Вынести лошадей вначале, обойти со стороны ангара этого и все. Я могу ее, я могу с каркана ей в голову выстрелить. Я убью ее, да? По идее. Нет. Да? У них хп большое. С этого ангара снизу вылезет. Там вот она возле. Что, стреляй в голову и нет? Нет. Не надо ее убивать. Или молотов закинуть может. У меня есть молик. Вы что, не можете ее с этой колесницы снять? Да. Вы лошадей убили? Да. Нет, не всех. Бля, бля, бля. Чё? Ну. Просто нанесите ей урон, она должна выйти. Я же говорил, урон? Надо было стрелять не меня. Чё, повтор? Ну а чё, блин. Повторите задание и проберитесь до танка.
чтобы она к этому танку не бежала. Так, весь лот мой. А то у меня патронов не осталось. Беру, у тебя есть патроны? А как я тебе их скину? Я имею в виду с трупов. Я пошутил. Снимай, да? Я пошутил, ку-ку. Ребят, вы чё? Так. Молодые люди, пожалуйста, я так не привык. Давайте по команде. Раз, два, три. А не ой. Ой, это не старт. Боя. Ага. В вашем случае старт. А? В вашем случае старт. А ты чё? Чё, погнали? А? Погнали, нет? Да, я уже... Всё, погнали. А, то есть вы готовы, а я еще ничего, да? Там? Да, значит, а мне турбо добавь, друзья. Ага, хорошо. Ну погоди, молодой, сейчас. Все будет. Хорошо, пожилой. Так он, да, пожилой, ему 40 лет. Ну, он меня молодым назвал. Я знаю, что я его младше, по ходу дела. Нихуя. Может, ему 13, просто голос пропитый. 14, не пиздите. Сколько тебе лет? 23. 30 с хвостиком. 30. Бля, нихуя не видно. Сука, бля, да идите нахуй. I can't send you out again, right? Ой, блядь. Things is too hot out there. Как ты тут оказался, Шейк? А может с контрольной... А если с контрольной точки начать, то с какого момента будет? С момента, когда вы получите меньшую награду. А, меньше награду? Не, не надо. Стоит. Давайте сейчас попробуем еще раз вот этот раз. Зайдите с сарая. Со стороны сарая начните обстреливать. Мы уже с амбара заходили. Уже... Вы... Нет, ну, нет, вот нет, с этого амбара, где вы дверь выходит на танк сарай, на этот. Я зайду с перей. Вынес лошадей, чтобы она не уехала. Ну и там будет... При том, что вы можете лошадей вынести, добежать до этого танка, сесть в танк и стрелять из танка. А как не... Как... А, да. Как, подбегаешь, нажимаешь Е, как и сесть на лошадь, так и сесть в танк. И шмаляешь просто вокруг во всех из танка. Так она не в танке сидит? Она изначально. Изначально она либо в доме, либо в ангаре там ходит, в тех краях. Обычно в доме. Не, ну могут же... Ангар всегда в одном и том же месте? Да. Ой, то там... есть танк ты. Танк, да. Да. Ну чё, интересно. Давайте попробуем хотя бы, интересно. Давай. Я золото хочу найти, я не знаю, я где погнал. Оно, блядь, спрятано. А с какой стороны подкрадываться к танку? А вы не подскажете, где как золото ищется правильно? Какое? Карту сокровища имеешь? Угу. Ты через интерактивную карту смотришь или через сам? Через сам. Не понимаю, что значит сам. Ну ты сам поскакал или на интерактивной карте посмотрел, где расположено оно? Посмотрел на карте, где расположено, прибежал сюда, и тут там, желтая зона. Там 4 крестика, например, на интерактивной карте. В одном из этих 4 крестиков клад лежит. То есть надо открыть карту. Каким образом она открывается? Открываешь на сайте интерактивную карту, смотришь. На сайте? Я же тебе спросил, ты через интерактивную карту или сам?
Интерактивная карта — это интерактивная карта, это в интернете карта, где показано, где какие растения растут, где какие животные пасутся, где какие карты зарыты. Угу. То есть через интернет лучше пробивать, да? Где ну, на... Если ты хочешь сразу как бы информацию узнать, то да. А если ты пришел вот в эту зону, то ты просто бегаешь... Ебись. Включаешь орлиное зрение, бегаешь по спиральке и все, и находишь где-то этот клад. В пизду. Там лежит сундучок, он блестит вот этими блестяшками. Да не, в пизду. Тогда интерактивная карта. Ж не долбоёб, блядь. Лес. Бардс кроссинг. Ну они же на меня сейчас сагрятся. С трех сторон в меня стреляют, ребят. Ку-ку. Мочите их, они агрятся на меня. Прикиньте. Я в ангаре. Ты в ангаре? Максим, подскажи ему, пожалуйста. А что, кого-то убили? Что ему подсказать? Куда она сбежала? Убей всех, выживи. Найди ее, свяжи, сдай. Короче, да, выходим? Не-не-не. Патроны надо собрать. И это... Ну там... Нет, я вышел уже. И что нам если делать? Если ты вышел, у тебя вообще КД повесится. Блять. Ну я нажал, что это выйти в одиночку. Ну и все, ты к ним уже не вернешься. Им надо самим выходить, а если они выйдут, у них это задание плакат на КД будет. Ладно, понял. А как она сбежала? Она же была в этом фургоне. Я один теперь, да? Ну она могла полоситься через лес просто и все. А вы там пока смотрели на танк да, и на уж. Природу, она уже убежала. Печальная история. Ну, за... ну чё ты вышел-то? Ну, нет любви, печали на свете. Ну, на этом учимся. Ты же сам говоришь, что ты 3 недели играешь. Ну, ё-моё. Кто там про интерактивную карту спрашивал? Да я уже нашел в интернетах подсказочки. Как называется? Блять, я уже все, я уже прогуглил, сейчас я подъезжаю на место. А там я не вижу. Сайт специально. Сейчас я найду закладку. Осуждаю. Закладку. Блять, сейчас. А, нашел закладку. Осуждаю. Этот. Осуждаю, говорит. Я кидал тебя. ТТ Турбо, да? Две буквочки Т, 23. Две буквы Т. Турман. Т Турман. Такой же ник, как в Дискорде. Т, так, Т такой же. Т Турман. А я написал Турбо. Да плевать, добавляй. Это Турман. Всех добавляй. Погибшим. Добавь вообще всех игроков, тогда я точно... Он будет у тебя в друзьях. Сейчас. Блядь. О, я этого малого нашел. Турман, Павел. Подумай, Турман. Ага. Оставайся милым. Я просто их незнакомцев не проходил. Часть только прошел. Сейчас решил всех пройти. Во, в амбаре столько крыс в натуре. Ну, валом. I do everything twice as fast as everybody else. At 15, на польском это будет звучать бомж, милый. Отсылка на бомж. Поэтому оно так и работает. Ты про никнейм, что ли? Да. Понял.
Like this lackey thing. This is like that. Right? А чё, я один остался, пытаюсь его пройти. Счастья, удачи, фарту, Васи, жизни. Отменить задание, да? Не, мне просто интересно, как бы я мог прыгнуть в это. Я думал, что это вообще нереально. Мы легко не сдаемся, да? Да. Никогда. Пойдем пару простых. Иначе бы я здесь не сидел. Где здесь? У тебя дома? У тебя дома, я там помню. Хуя ты вызовы бросаешь себе. Справляешься? Нормально? Попасть. Ебать ты вызовы себе бросаешь. Не тебе, а жизни, она. Такие иногда. Челленджи. Сегодня я... Даю себе челлендж 24 часа без остановки играть в РДР. Ебать я мужчина. Пацан сказал, пацан сделал, да. А на работу плохо, кто-нибудь да пойдет. Это как... Для этого женщина. Мужик не тот, кто бах упал, а кто в РДР упал. У меня лично был стрим на 24 часа. В РДР. Я не вижу. В РДР. У тебя враг. Так что это баян. Какой баян? Металлический. Сука. Ожидал другой баян. Так. Ну что, ты присоединяешься? Я за золото бегу. Сейчас. А, ну, беги, беги. А вы беги, беги, Лола, беги. Добавь мне, друзья, это же кинет фигос. Я добавил просто. Присоединиться. Добавил тебе фигос. Я же тебя еще спросил про него. Да, добавил. А добавил, ебать. Добавил тебе, добавил. Добавил тебе, Хакуна. Ребят, может я не внимательно? Эйчин читается. Добавьте мне пачку. Попай, что говоришь? А, как можно понять, превосходного качества убитый зверь или... Три звезды, две звезды или одна звезда там. В августе. Я недалеко от золота запомнился. Нарисовано. А, отображается. Как я рад, справа переместился внизу, тебе в сеть. А? Это когда... Чё говоришь? Блин, кто-нибудь по... Заебись, ты меня заспомнил. Ага, и? Типа я возле золота заспомнился, как я тебе в сессию перепрыгнул. Хорош. А пуму кому отдавать? Трёхзвёздочную. Трёхзвёздочную? Ну, смотри, что ты хочешь. Отдать, пожалуйста. Можешь её на материал отдать, можешь её подшкурить. Юра, отдай мне её. Я крипсу своему отдам. Да. Да, да. Я отдам. Ну ладно, по-братски, чё ты, Юра? Ладно, ладно. Пошёл бы он, мог бы мне пару... Я нихуя не понял, но было интересно, Юра. Шкура медведя дорого стоит? Да нет, здесь нихуя ничего дорого не стоит. Ну, золотой дух стоит где-то 70 баксов. За шкуру и клык. Золотой дух это такой. Медведь золотой дух. Его так зовут? Да. Даже у медведя есть имя. Круто. Так, папай, я все хотел спросить, как тебя зовут-то? Я же говорил, тёзка. Чей? Медведя. Слишком сложно, он не переварит. Как? Михаил, что ли? Михаил.
конечно. Я не слышал просто. Никто его не слышал. Как-то да, никто меня не слышал. Тёзка медведя, говорит. Понятно. Конечно. Тёзка Пугачёвой. Что? Что? Ну, давай, гасит. Меня, блядь, уебали. Соболезную. Инвайтите меня куда-то. Сейчас. Куда-то? Одну секунду. Мы здесь боеприпасы не закупаемся, потому что что-то пиздец. А, койот-то. Тебе папай может рассказать, как покупать много боеприпасов. Да я и так знаю. Спасибо. Да, прикольно, кстати. И именно столько берется, сколько нужно, да? То есть, если тебе нужен 998, берется 999, да. Все как нужно. It's quite a long story. Quite dull. The truth is, I just can't take it anymore. То есть никуда остальные не денутся, да? I don't know the bloody truth. I'm lost. I'm a lost soul, my friend. She's a wonderful woman. I love them all. I'm just... I don't know what I am. That's the problem. But I need your help. It's perfectly legal. Well, that's a fib. It should be perfectly legal. It's horse flesh. Valuable horse flesh. Owned by awful people. Mrs. Catherine Braithwaite. Ой, я сейчас все покупаю. And I know someone who will pay top dollar for it. If you were to steal it from her groom at Braithwaite Manor and deliver it to these funny horse traders in Scarlet Meadows. Well, is that a yes? Well, off you go then. Bon voyage. Я не понял. Я отдал шкуру легендарного волка, купил, а у меня почему-то голдой заплатилось. Нажал заплатить голдой? Да, наверное. Ту кнопочку нажал. Бывает. Купить! Там можно переключать, заплатить золотом, заплатить долларами. Те же самые подсказки справа, снизу. Погнали доллары зарабатывать. Доллар. Скоро легендарного волка я... Ты можешь уже не зарабатывать, ты можешь шкуры волков покупать и их продавать. Честно, трейдить их. Трейдить это что такое? Translate, please. Вы из Англии? Охренеть. Ну ладно. Нифига себе, такие злобные. Так, Юра, что делаем? Орешка, морковку. Ах ты ж тварь. Пригласи, пожалуйста, в отряд Папая и... Сейчас я скажу как. Егор от меня. Кьют как-то. А ты чё? А ты не... А, вот. Ты кьют 16-й левел. Ну, сказать разрабам, что я это не я. Заберите вашего. Заберите моего коня. Папай, ты к нам сисим зайдёшь? Сисим? Не буду заходить, а... К дружному отряду обязательно. Сейчас. Я хочу переварить сейчас. Наша лошадь критически ранена, и нужно время на восстановление. Не понял. Это случается, когда твоя лошадь критически ранена, и ей нужно время на восстановление. Сколько ей время на восстановление требуется? А там... Пока она критически ранена. Как только она не будет критически ранена, все. Естественно, блядь, вот налоговый кодекс. Какой-то рассказывает. Блять, дряхлая кляча, я твой рот ебал. С
Скорее всего, она твоя. С ее-то скоростью. Да уж. Поехали, дряхлая хуйня. Кляча. Это вот у меня вот сейчас дряхла кляча. Мне задание дали привести лошадь. Она не едет ни ша. Вносливость за 5 секунд заканчивается. Угасы тоже же можно сразу закупать, да? Ради этого моя дряхлая кляча, блядь, не дряхлая. А, ну, то есть пробел нажимаешь и купить сразу по максимуму стрел. Да там обычно у них есть у всех функции купить все. Ну, принцип тот же самый. Ну, только он купит именно то, что тебе на руки не достает. И все, да. То есть на почту он ничего не отправит. Как ты далеко? Может, что-то, конечно, поменяли. Ты что? Ну, маловероятно. Юра, ты где? Что-то я вообще на карте не вижу. Юра. Алло. А, Сен-Дени он вообще. Все понял. Сейчас я тебя тэпнусь. Сейчас я тэпнусь тебе. Кому? Тебе, кто? А вот тебе вот. Ты кому звонишь? Тебе звоню. А вы мне пригласки кинете в пачечку, да? Ну и Юра тебе должен кинуть. Юра, позовешь парнишку? Stay cute. What's up, it's me. Посмотрим, насколько он милый. Нихуя себе звучало, как приглашение выебать меня в очко. Заметьте, не я это сказал. Не сказал, а предложил. Заметьте, не я это предлагал. Никто ничего не предлагал. Ты сам себе это выдумал. Мы все поняли. Так как им заблагорассудилось. Понял, геймеры. А как у Гаса можно за две туши оленя купить там патронтаж? Берешь две туши оленя, приносишь Гасу, а потом покупаешь. Продаешь Гасу. Понял? Еще за... Берешь две туши оленя, идешь к Гасу, продаешь их. Они у тебя превосходные сначала? Такой вопрос. Ну, потенциально. Ясно. Дальше, думаю, объяснять. Почему? Не, ну как я могу вести на одной лошади две превосходных туши? Можешь одну вести, а вторую на лосо взять. Ему шкуры нужны. Ему не туши нужны. Туши, я сказал. Туши. Газы туши вообще не нужны. Нужны. Нужны, нужны. Кому нужна легендарная лиса мраморный хвост? Мне. Я могу. ТП-шься? И у тебя на это всего минута где-то. В смысле, на анализ, да? На. Я говорю, туша типа, кому нужна. Хламидиозы есть у них? Нет. Хламидиозы. Так, да. Какой-то вид. Такой же, как у них есть. Такой же. Шкуры отсыпаны. Медвежья школа, это понятно. Мы принимаем Максимка. Максимка, а тебе 40 лет? Мне, да. Сука. Да ты что? Я думал, у вас я... косточки болят? Да я сам охуел. 26.
А тебе сколько? У меня 19 фейки. Все болит. У меня будет 20, но типа сейчас 19. Но я чувствую, что уже все ломается. Все. А вы мне в пачку не кинули инвайт? Я типа какую не пачку? Захожу. Кто мне сейчас приглашение кидал? Труман? Я не могу к тебе зайти. Кинь мне, пожалуйста, это. Пригласиться, потому что у тебя скрытый профиль. Благодарю. О, а можно... Блин. Ну ладно. Ну, нельзя, походу. Походу, отмена там. А можно? А походу, нельзя. Нет, я подумал, что... Ну, Турман уже забирает шкуру. Тушку. Я бы тушку на шапку бы поменял. Дешево, кстати. Гасу можешь ее отдать и получишь классную шапку. Кто только что говорил? Попай только что разговаривал. Ага. Я выкручу немножечко больше, потому что он очень тихий. Я тихий. Благодарю. Ну, у меня был. У меня. You're standing there, looking pretty. You want to introduce yourself? Макс, а если я эти анализы с нее возьму, я потом, по идее, не смогу, да? Уже? Даже мертвая, как ты с нее возьмешь анализы? А, точно. Okay. Типа, анализы на хламидиоса принимаются. Кошмар. У тебя сложная была юность. Тяжелая. Так я до сих пор еще юный. А, страдаешь? Это ты себя так успокаиваешь, да? А, ты еще ее? Да, давай, пока. Спокойной давай, ночи. Пока. Это школьник травит, понял, да? Шутки. Understand? Now go. Go on. Крылья вспомнились, и когда раздался. А наручи они вместо чего? Верхней одежды? Наручи — это наручи. Помимо. Take you, присоединяйся ко мне. Здесь не попай тоже. Ага. Хорошо, сейчас. Белла приехала, ебать, моя цыпочка. Я ебу. Из Катманду? Так, инвайта в пачку у меня так и не приходило. Игроки сейчас. В другую сессию. А, уже это в другую? Сейчас... Да. Я тебя сейчас кину. Шкура. Теплая одежда есть, потому что я в снегах. Турман, присоединиться. Олень. Дети, отправил. Покупайте, отправлять приглашение или сам дадим? Да, конечно. На что? В другую сессию. Ну да, а чё? Мы же все это. Давай, призрачная мне. Лошадь. Владимир. Я не знаю, как я. Владимирович. Владимирович. Это я, это я. Очень ты странно. Все, вижу, вижу. Не буду уникать. А ты тут не замерзнешь? Теплая одежда есть? А у меня нету теплой одежды, я замерзну. А я ей. Валим тогда. На метку. Лошадь, где твоя? Заказываю. Вот моя Белла едет. Белла, привет. Ламба твоя. Я лошадь свою называю Белла. Mm-hmm. У меня была подруга, которая ебал. Тупо ебал. Батя. Тоже такая вся кобыла. Поэтому батя, лошадь, лошадь да. Назвал Белла, да? Приятные впечатления, да? Ну да, ну типа чё, это чисто подруга. Мы с ней не встречались, ничего, просто ебали. За короткий экскурс. Да. Почему мою лошадь зовут Белла? До сих пор не интересно. Турман, добавь пачку. Сейчас. Чё короткий? Вы охуели? У вас там короткий.
женатики, ебать. Трудно. Сейчас дядя школьник вам покажет, как ложить, бля. И расскажет. Можно его кикну? Можно. Меня лошадь кикнула со скалы. Почти насмерть. Ой, а вот лошадь сама насмерть. Вставай, ебаный шашлык. Ебаный шашлык. Максим, ты покупал у Гаса вариации лука? Да. Варианты аллигатор с рогами, ягуа. И как тебе? Говно полное. Покажешь как-нибудь? Угу. Я напомню. Я сейчас верну задание. Ну, чтобы это, вот, голова у тебя кузова не забивалась. Желаю чимбо, подскажи мне, пожалуйста, когда, ну, я вот в пончо нахожусь, я не замерзаю. Почему так? Я не слышу. Волков убиваю. Тэпнусь. Сейчас слышишь, нет? Слышу. Если я тэп... Ну я уже тэпнусь, ладно, все. Вопрос отпал. Да? Ты главное не горюй. О, нормально все. Прыгай, строберри. Это бабки есть на... переход. Куры козы. Запомни, превосходная шкура козы. Очень хочу. Очень. Тимофей, Папай, вот. А ты можешь про себя вот эти все? А? Мне вот эти говорить. А вряд ли про него эти Rockstar что-то сделал. Сумка большая лапа, это же чисто, она даже, ну ничего не ищет, как и внешнего. Я продал Гасу легендарную лесу и нихуя не могу у него купить. Ну ее надо, она должна быть у тебя. Пригласите меня в банду. Я ж тебя позвал. А чё меня не добавила?
А что ты решил, что ее надо ему продавать? Если ты ему продал, то ты в отряде будет... уже стейкью. А, да, вот эти что за додики, которые за тобой гонятся. Кто говорит, какие додики? За кем? Кто? Да он за тобой бежит и говорит, кто за тобой гонится, что за додики? За мной никто не гонится. Игрока кого-то убил. Это не за мной гонялись. Тут повозку везут. Макс, а что за хуйня? На ты не могу. Я ему шкуру легендарную... А, блядь, ему шкуру надо было, а не всю лесу. А ты что думал? Бля, я ебал ее в рот, сука, этого гаса, блядь. Не. Я ему тушу продал, блядь. Соболезную. Соболезную, блядь. Соболезную. Соболезную сам себе. Я поражен твоей неудачей. Угу. А чё ты спешил? Сначала подошел бы, посмотрел. Турман. Я ж тебе стал объяснять, ему не надо продавать ничего. Да ладно, пусть. Поймаю. Это же не Диабло. Ну вот в третьем Диаблике можно. Диаблик Иммортал никто не играл. Интересно, как там впечатление. Че, идем выполнять какие-то миссии? Я сейчас пойду. Сейчас доделаю последний незнакомца и легендарку запущу. Ты с нами пойдешь? Я нет. Почему? Зачем мне куда-то идти? Ебать ты, бородатый Вилли. Ой-ой-ой, как ты умеешь красиво делать. А как я. Странно, я это задание уже выполнял, они просят меня еще раз выполнить. Я не знаю, где вас научили манерам учили, но я так не делаю. Вы про что? Это пожилой Вилли рассказывает, как Джеффу Келли надо жить. Ты ебал. И сюда. Макс, про что они? Я не знаю, я не слушаю людей. Слушай, людей говорит. История о том, как трусливый Роберт убил Джесси Джеймс. Ну, короче, они что-то Джеймс Джон Джеймс и на этой Спайдермен что-то там. Нет, нет. Ух ты. Суперстар для этого. Собачку могу погладить? Да. Иди сюда. 5 баксов. Я сейчас нахуй её пизданул. Ладно. Где моя лошадь? А я её отпустил на волю. В дикую природу. Возвращайся. Через нос бежит. Ты лошадь на мою лошадь? Ты заходишь ко мне? Это сколько примерно по времени будет? Сейчас я приправу сделаю, давай минут 3-4.
Я через минуту буду регать легендарного преступника. Давай. Ну подождите, у меня нечем закусывать. Закусываю. Я тут с каким-то Вилли Джонсоном ебашу. Бородатым. А то с вашими пулеметчицами, блин. Весь провиант. Я на пулеметчицу и пойду. Отлично. Надо ее прокачивать. Доброе утро. Я на лодке катался. Привет. Да, привет. А вы, ребят, что делаете остальные? Там мы играем? Сейчас пулеметчицу будем мучить. А, это пулеметчица, это кто? Это легендарка? Да, да. Тервоза такая, Мексика. Руса не туриста, облика не морали. А морали, я бы сказал. Миша, мне кажется, ты пиздишь, что тебе 40 лет. Думаешь, 45? Нет, можешь. Нет. Ну ладно, не пиздишь, это было громко сказано. И пиздуй твою славу. Кстати, ребят, у кого натуралист есть? Я вот недавно взял, вчера. Что-то я еще даже нихуя не... Нихуя не делал сама. Просто мне интересно, вот ребята говорили, то, что натуралисты, а это, как я называю? Короче, девчонка эта, она выглядит каждый, ну, в час, три легендарки, да, как сказать. Они врут каждые 48 минут. Каждые 48. I can't even look at you right now. Come back later, I might have calmed down. I sincerely hope you're here on friendly terms. И эти легендарки, кстати, можно, как я понял, есть выбор либо снять анализы, либо снять шкуру и эту шкуру на переработку торговли, да, закинуть. Либо продать гасу и получить костюм. Ну и как вариант, да. Эй, Кьют, а как зовут? Потом заебусь твою никуда. Кого, меня? Стэй кьют. Егор. Егор сейчас это... Неубиваемых? В курсе, да, эту тему? Я понял, связать надо. Я играл немножко. Вот. Часов 15 наиграл, так что нормально. А ты гуру, да, в этой игре теперь? У меня в игре по меркам игры усы только нарастились в цирюльне, понял? Поэтому шок, да, такое? Все соответствует. Ну, конечно. Это не усики, это пропуск, да, да? Трусики. Между ног. Коня. Междуножный храм, да? Походу дела, да. Мои бэйбл. Значит, да? Кушочек писи? Междуножный порох. Междуножный порох нюхал, да? Что-то допытываешь, я уже ответил, что да. Тебе еще интересно, ты возбуждаешься от этого? Блядь. Допытывает меня. Можно с этой видео для друга. Мышку, а левый хуй. Я бы на твоем месте сменил бы хватку. При таких обстоятельствах. А потом, говорит, ни в кого попасть не может. Так, я регаю легендарного. Если никто не идет, никто не идет. Я иду. Я тоже бы иду. Просто мы куда-то едем захватывать цели. Ну блин, ну раз так, то я тоже иду. Ёлки-палки, чё вы? Давайте. Давайте мы словим две цели и пойдем. Кого добавлять-то? Максим? Я первый к Максиму. Чё? Максим, у тебя такой же... Егор, ну нахуя ты её добавил? Кого? Пума сзади тебя бежит. Я ее хотел убить сейчас. А да похуй, я сейчас оторвусь от нее. У меня было быстрее пумы.
Что, дряхлая кляча? Кого ты наебываешь? Это у меня Белла. Дряхлая Белла. Да. Которую ты ебал, что ли? Принимай. Че, мы не едем этих долбоебов ловить? Едем, у нас время еще навало. Здесь чем дольше выполняешь, тем больше голды дают. Короче, у вас есть время, пока я иду за кофе. Макс. Давай. Отряд как назвал? Догадаешься по лидеру отряда. По-братски не стреляйся пока. Блять. Отстреливайся от этих. Сейчас, стой. Не грузи. На лошадь, слышишь? Не грузи. Окей. Я фургон вызвал. Мы их туда скинем и все? Нет. И все. Все. Карета подана. Долбоеба засунул. Ай, блядь, меня в спину. Куда? Дай я. Ты сейчас разъебешь ее, бля. Выйди с нее. Выхожу. Она не разворачивалась по-другому. Давай это, да. Пастушиный черт, блядь. Все, мы сейчас довезем этих чуть. Слышь, стой, это. Ну? Егор, залутай вот эти крестики же, видишь? Такие темные. Ну ты вам их предлагаете постоянно лутать. Это ж долбоебы, они там, у них нихуя нету. Угу, ясно. Ладно. Так, и в отряде никого нет. Ладно, начинаем. Нет, я не вижу. А я пытался. Где ты меня не видишь? Отряд, но не получилось, там где закрыто. Типа. Открыт для всех. Я лутаю время от времени, но не всегда. Нахуй оно мне надо. Если я хочу выполнить легендарную поимку или кого там. Это не легендарка сейчас? Нет. Не сейчас. Потом. Таков путь. Вступить в отряд серым горит. Вот член отряда белым, а вступить в отряд... Может, из-за того, что я к плакату подошел? Повтори, пап. Возможно. Ну, сейчас, да? Нет, все равно серым. Максим, МД. Нижние почерки по бокам. Все, таков путь. Я как сразу зашел, сразу же... И долго музыка играла у него. Теперь кого? Не знаю, я тут квест получил на игрока. Погоди, но я же только это, социал-клаб, к тебе присоединился. В сессию еще зайти надо. Короче, пригласи меня просто, чтобы я тут не ждал, а? Сервер пригласи. $8 на месте. Так у тебя серым горит, у тебя, наверное, мест нет. Отряд засрал. Угу. Все, вступить в отряд, в отряде. Че это так? Ты что-то сегодня не в духе, Максим.
Кто-то еще идет? Мы сейчас залетим. Одно место. Одно место. А, ну. Иди тогда стойки. Сам. Поброжу, полазь. Пофронтирую. Так в итоге кого-то ждать еще одно место? Стойки. Ждите. Стойки. Там же много денежек дают, да? Да не очень. Да. Ну, у тебя есть? Тогда да. Нет. Денежка сейчас нужна. Ну, закинь мне инвайт. Сейчас мы этот... Возле участка уже. Сейчас он довезет. Я уже жду его тут. Надо будет подождать 3.5 минуты. Чего? Эти что здесь бегают? Подождете его 3.5 минуты, пацан? Можно. Чтобы голды больше дали. За 12 минут дают 0.32 голды. Ты за это время можешь еще один плакат сгонять. 0.32 голды? Да. Вот смотри, ты сдаешь сразу, получаешь там 0.24. И ждешь 10 минут. За эти 10 минут выполняешь 2 по 0.24. У тебя 0.48 в итоге, а не 0.32. Ну, мы только приехали. Время 9 минут прошло. Не, давай сдавай, я хочу пойти легендарную хуйню выполнять. Нахуя мне надо? У тебя профессия есть это? А ему зачем? Ты покупал ее? Егор, ему я тебе... Нужна. А, я не покупал никакой профессии, я не знаю. Вообще никакой профессии не покупал. Мы идем же на профессию. Кому не нужна профессия, чтобы пойти в задание? Ну вот именно. Я заработаю денег, куплю себе потом в будущем профессию. А, ну да. Если только так. Ну помимо мне денег еще и дается опыт. Ну ты заебись. Мне это все надо. Ну только ты получишь обычный опыт, а не опыт профессии, потому что профессии у тебя нет. То есть профессия-то у тебя прокачиваться не будет, потому что у тебя ее нет. Мне все подходит. Думаю, если меня это затормозит, то нет, вы ошибаетесь. Пока тормозить только вы. Быстрее. Я уже типа готов, просто он не хочет отдавать в тюрягу этого долбоеба. Бывает. Да нет, поимки преступники, вот у меня. Полторы минуты уж потерпит. А, хорошо. Не вопрос. А, Макс, а как получается на охотнике за головами делик делаешь один, а вторые два они на замочке, то есть. Это от уровня роли зависит. Чем выше роль, тем больше у тебя ежедневка. Пятый уровень. А у меня. О! Но я 8 уровня, а мне почему-то недоступно. 10 откроется вторая. Нет, пятом. На пятом вторая. С 10 уровня роли открывается вторая ежедневка. Турман, вот читает. Доступно при достижении 5 уровня роли охотника. Первый не знаю уже. Доступно. Правда, до сих пор я не сделали. Ждем. Все. Ухо черномазая. Все, кто мне инвайт кинет? Бэпс.
Жду инвайта. Л. Приглашение игроки, да? Как вы подписаны, ребята? Как подписаны? Ну, клан, но клан таков путь. Ой, точнее, этот отряд. А можно мне инвайт из этого отряда? Ну, это Максим занимается этим. Максим? Что Максим скажет по этому поводу? Ну, походу, отошел. Кофе, да. Блин, уже вот вчера был делик, в принципе. Ну, такой, но относительно. Что, до сих пор в отряд не зашел? Ну, мне не кинули пока приглас в отряд. А кто тебе кинет приглас в отряд? Отряд открыт. Заходи в сессию, доступай. А, так у меня их в друзьях нету, чтобы... Ну, ты это все время сидел. Ты мог добавить любого. Там, Папай мог добавить в друзьях меня. Папай GG тоже так же подписан? Так же. Любого добавлю. Я чтобы знал, что так все будет, я думал, мне сейчас пригласик залетит. Вообще нет. Ну, там. Ну, я так уже и Папай GG добавил. Папай, принимай. Инвайтуй. А, где? Ну, он к тебе добавился. Добавь его и пригласи в сессию. А, ну да. Короче, проще. Так. Как успехи? Что, инвайт пришел? Блять, ребят, чего так долго нахуй, блять, ебись конем, блять. Пацаны, ну хуй чёрт. Ну я, блять, жду, пока у меня высветится, ебать, какая-то хуйня. Посмотри, ты, может быть, и в отрядах был в множественном количестве, да? То есть у тебя просто уже не стоит. Я, короче, возьму к Папайе, присоединюсь и... Секундочку, в сессию к вам коннектнусь. Папай, присоединиться. Этого мы ждем. Коннект идет. Я живу, блядь, на пачках с круассанах, блядь, со всей хуйней, блядь. Ничего, ребята, чё ты? Я уже захожу в сессию, сейчас, киньте инвайт, я сейчас зайду, либо сам даже сейчас коннектнусь, вы говорите, что так возможно. Если я в это время в теплой одежде хожу, что у меня проседать начинает? Жопа потеет. Чисто морально зебуешь лошадь. Проседает. Ниже яички оттягивает. Грузится, грузится совсем. Блять, я хочу. Хожу вокруг столба 24 часа челлендж. Зашел в какую-то сессию, у меня звездное небо. Пай. Пайный, слышишь?
игроки. Так. В отряд давай вступи. Выбрать. Просмотр отряда. Вступить в отряд. Таков путь. Я все, я выбрал, не? Понятия не имею. Если из игры не вылетел, то все нормально. Вылетел? Вылетел. Ой, я? Почему вылетели? Ну я вылетел, а чё такое? Чё произошло? У меня загрузка какая-то идет. Я не знаю, на миссию это или вылетел. На михе. Carmela Montez. Sweet, innocent little Carmela. Looks like butter would melt in her mouth. But make no mistake, this is one stone cold killer. Vicious as all hell. And by the time you realize, you'll already be dead. Can't think of an outlaw who's dropped more bodies than Carmela the past six months. До броневика я долетел, но она раньше подлетела в него. Got a big bunch of Del Lobos running with her now. Moved them out of New Austin into West Elizabeth, sticking up coaches, robbing, and murdering. Last I heard, they're holed up at Hanging Dog Ranch in Big Valley. Just watch yourself. Ain't no way she'll come quietly. Почему трое? Кто-то выбитил. А чё сложность такая маленькая? Я же сказал, качать надо. Кого? Ее. Как? Как ты ее качать? Проходишь ее, и качается она. А, ты у себя должен ее прокачать? Конечно. Ух ты. Да вы там удрали, пацаки. Блин, что-то я... Как в карту перебил. О, чё с Грасис? Так, она в танк залезла, осторожно. Я ебал. Давай не подставляйтесь просто. Я не подставлялся, понял, сидел за укрытием. Я сейчас со снайперки сниму. Ты уже один раз понял. Я. Она меня убила за укрытием. Класс. На этом мы и завершили нашу трансляцию.